Консервы, сладости, теплые вещи, предметы личной гигиены. Все это уже несколько месяцев неравнодушные самарцы приносят в исполком Народного фронта. Поддержку оказывают не только граждане, но и бизнес-сообщество. Народный фронт в рамках проекта «Все для победы» ищет новые формы взаимодействия с гражданами, с бизнес-сообществом. И мне очень приятно, что сегодня мы присутствуем при рождении новой инициативы, когда одна из компаний, которая заправляет автомобили газовым топливом, решила присоединиться к нашему проекту. Активисты Народного фронта совместно с газовой автозаправкой открыли акцию, в ходе которой с каждого проданного литра газа 63 копейки будут причисляться на региональный сбор. Все собранные средства пойдут на нужды солдат 2-й армии. Мы услышали от Народного фронта об этой инициативе, о том, что планируется такой проект «Все для победы». И на самом деле для нас эта тема очень близка, потому что у нас есть и даже сотрудники, которые на сегодняшний день находятся на передовой. И мы, естественно, поддерживаем. Представители Народного фронта напоминают, что все желающие могут принести гуманитарную помощь также в штаб Народного фронта по адресу Ленинская, 202, или перечислить деньги с помощью QR-кода. Александра Гусева, Максим Гусев. События.